10 seconds remaining. Так, ладненько. Мы вернулись. Какие-то приколы со звуком были. Ну ладно. Надеюсь, дотка лагать не будет. Все в порядке. С каждой игрой должно становиться все лучше и лучше, я думаю. Так, это у нас уже, по-моему, 1/4 все-таки. То фасткапа. Команда VR предоставила нам прекрасную прошлую игру. Сейчас она сходится в схватке, в баталии с командой. Я не могу это прочитать, честно. Очень хочу, но не могу. У них вообще написано QAAQ. Ну, Кваква-Крю. Команда Кваква-Крю. Она явно не русская, ну, мне так кажется. И флаг у них какой-то албанский. Ну да ладно. Судя по всему, они подготовились к игре против своих противников. Я смотрю, что в ману летает Bristol Back здесь. Пусть вторым, ну ладно. Виномансер вообще у нас редко хотят видеть в пиках пока что. Как обычно бывает, когда поднимает кого-то героя. Ого! Команда, наверное, срадует пиком Shadow Шамана сейчас. В бан залетели Тимберсоу и Элдер Титан. Так, ну там у нас зашел химик, такая у нас стандартная дотка до интернешнлского вида такая. Визар залетает в пик first пиком, алхимик как прекрасный фармер вторым. Так, ну Фуриона там банят, я не знаю. Пока что, по-моему, не банят те героев, которых они просто не хотят видеть, они задумываются над стратегией там. Так, ну Клокверк, я думаю, пойдет у нас в мид. Бан залетает, мы смотрим, тут вообще какие-то фантастические баны от команды VR. Тут и Мирана, и Клинкс. Опаснейший герой. Ну, в ответочку залетает Деспрофетка, и у нас третий пик от команды Кваква. Окей, окей, чтобы не было обидно. QQ. Команда QQ будет. QAQ. Как-то долго произносить, а вот QQ это самое оно, я думаю. Висп. Интересно. Висп с алхимиком. Не такая частая у нас комбинация все-таки. Но имеет право жить. Посмотрим, посмотрим ответочку от Сереги. Я думаю, сейчас задумается все-таки. Неожиданный пик. Виспа мы сейчас редко видим в пиках. Возможно, в Албании, откуда эта команда QQ, так еще играет. И раз эта команда дошла до 1/4, две игры она уже выиграла. Weaver. Залетает у нас в команде We Are. We Are с Weaver у нас выигрывают, насколько я знаю. Угу. Даже так. Даже так. Надо думать. Надо размышлять, потому что вот, например, тот же Раста будет отлетать просто на раз-два. Но расстановка у нас будет, скорее всего, Metal Химик все-таки. Мы прям Серега не останавливается. Будем играть свою доту. Мы не боимся. Хаос Кнайта. Виспа. А, ну мы вспоминаем просто Нави игру. Конечно, был не совсем такой состав. Усларк. Сильный бам. В прошлой игре я вообще увидел первый раз Сларка в серьезных играх за последние полгода, наверное. Must have, must be, я не знаю. Бояться его. Так,
Ну и кого нам не хватает сюда? У нас не хватает либо мидера, либо хардлайнера. А, ну в принципе да, хардлайнера явно у нас не хватает, потому что на алхимика выбора особого нет, он скорее всего пойдет в мид у нас. Тут на трипле останется фармящий House Knight вместе с бесполным визажом, будет напрягать очень сильно вот этого Расту и Вивера. Чантрес будет, конечно, в лесу с выходами. Ну, трипла у команды QQ явно пойдет воевать. Тут у них прям написано на лице, на шлеме у этого. Особенно вот на лице у Вивера много. У Вивера, простите, у Виспа много написано. Чё. Ого. Магнус залетает у нас бан. Ну, а кто пойдет на сложную-то? Ну, ладно, хорошо. Сейчас мы узнаем. Очень много добавочного времени остается у команды QQ. Они могут подумать, раздавать указания. Матрас. Матрос. Капитан Пикер. Ну и он действительно задумался. Пока он думает, знаете что, открою еще один подарочек. Где он? Где мой подарок? Че, неужто они у меня кончились? Да ладно. Баунти Хантер у нас пойдет в сложную линию. Ой, очень страшный состав тут получается у команды QQ. Очень много станов, вообще контроля как такового. Прекрасный ганг тим. И команде верно держаться вместе. Как минимум здесь они должны держаться вместе. Ну, Enchantress, ладно, там леса, вся фигня. И вообще плевать на вот эти House Knight. Ио, ну... Там будет бегать Баунти Хантер, окей. А вот Раста. Тот же Вивер, в принципе, не будет выживать. Да, Клокверку немного полегче. Ну да, вспоминаем старую пословицу. Вайпер у нас контрит всех, и решили все-таки вайпера взять, ребята, из команды VR. Ну что, по составщикам. Азраэль у нас будет играть на визаже, Angel Lover, Алхимик, Карамель, Ио, Матрос, House Knight, Bounty Hunter, Атаку, Любит, Кевин. Ну, прекрасный никнейм, я считаю. Здесь внизу Нич у нас берет Клокверка. Ага, ну ладно, хорошо. Нич у нас будет играть на Клоке, пойдет на харду. Мазик, Шадоу Шаман, Чубака играет на... Чубака играет на Enchantress, Декстер на Вивере, кстати говоря. Вивер. Прекрасный мейнсет. Ну и Серега будет играть на Вайпере. Здесь. Кстати, какие-то проблемы. Что у меня вообще проблемы со стримом какие-то, я... Вижу только команду VR нормально. Блин, но эти лаги доты уже реально подзадолбали. Команда VR заходит во вражеский лес. Мы уже это не один раз от них наблюдали. Но чем закончится это в этот раз? Так, встречают они сразу же визажа. Это убийство стопроцентное. До свидания. Это First Blood. Тут еще успевает что-то он раскастовать. Блин. Пацаны. Надо что-то как-то что-то сделать, потому что темная карта у меня будет на половине, как-то не очень весело.
Ладно. Кстати, влетает алхимик у нас сразу же. Видимо, не только у меня какие-то проблемы с этой игрой. Мне так нравится, как Висп выглядит во время паузы, это жесть. Так, ну какие-то указания раздает здесь. Чубака раздает, и Мазик раздает. Все хотят выйти на триплу сейчас и загонкать, походу. Ну жесть просто какая-то происходит. Чего? Какие рисунки там веселые появляются. Так весело. Главное, чтобы вернулся вот этот товарищ, который вылетел. Игру можно спокойно покинуть. Блин. Ну. Вот у меня проблемы с камерой, с отображением, но я же не ливаю. Да это, ребята, 1/4 там. Плевать, я бы уже ливанул 150 раз и не возвращался бы никогда сюда. Был бы здесь Артём, я бы попросил бы какой-нибудь анекдот найти в интернете. Но Артёма нет. Так что... Окей. Что с ним? Инфаркт. Из интернета передает привет. Ну окей, хорошо, я нашел какой-то анекдот на официальном форуме Na'Vi. Разговаривают Razer и Нубарак. Слыхал вчера? Лина с Леоном поженились. Да ты что? Поражается Нуб. Ага, столько народу было, столько подарков. ДК принес Скади, Огр подарил рефрешер. Тролль приволок целую гору посохов. Чен 2 кольца жизни. Постой, перебивает Ануб. А что, наших никого не было? Почему же, изумляется Razer? Санд Кинг. Да, и что он подарил? Эпицентр. Ну, прекрасно. Я думаю. Я думаю, это очень смешной анекдот. Узбекистан все-таки. Нажми F1. Окей, ого. Ничего себе, Серега. Серега. Бог.
Так что он бог на самом деле, да, Серега. Решил мою проблему, окей. Святой Александр. Это мой Сергий. Ну, ситуации как бы в игре, по-моему, смешнее, чем эти анекдоты. Но я думаю, эпицентр подаренный мы сегодня не увидим. Тут, кстати, сразу же обратно заход во вражеский лес, что-то рисовали. Рисовали саппорты команды VIA, что-то они не дорисовали, судя по всему. А, вот что они нарисовали. То, что мид алхимику будет печально здесь. Ну и все, собственно. Мазик с Чебакой фармят леса. Что же жесть? Что за жесть происходит здесь? Декстер остался один на легкой. И как бы ганг тим должен был быть у этой команды. У вот этих ребят. Ну сейчас, кстати. Двойной фарм лесов просто пропагандирует команда VR. Окей, посмотрим, как у них это получится. Баунти Хантер пошел напрягать Вивера. Что вообще происходит, скажите мне? Зафармили они два спауна. Три. Ну, учитывая, что забрали мобов 2.5, там Нохими что-то знает. Ни разу не палится, тут ходит. Так. Кстати, здесь притянули Нича. Односекундный стан и Нич. Нич может умереть. Да, Нич умирает. Ну, как-то ему вроде бы особо не стоило туда суваться. И коги можно было вроде как раньше давать. Да ладно. Алхимик прям удержится. Можно дальше своего леса. Спалил просто визаж моментально. Что у них в лесу сидит аж два саппорта команды VR. Я не понимаю, что происходит. Они теряют очень много времени. Ависп сейчас встрянет. Ависп сейчас встрянет. Нет? Да. Тут такой огромный, кстати, зоопарк раскручивается. Алхимик, здесь банка, мазик не уходит отсюда. Но сразу же убивает виспа, такой себе размен. Кентавр огромный урон, и вайпер уже здесь. Вайпер накидывает, здесь не уходит алхимик. Боже, кентавр больше всех урона наносит. И просто, блин... Алхимик тоже падает, Турса такая агрессивная, можно было ее, кстати, отвести, не стоило ее здесь так просто отдавать. Чувака отходит здесь. Ну, пора кончать с вот этим вот, что здесь было, правильно. Вот такой намек, убили Мазика и намек на то, что надо уходить с этого леса. Кстати, где-то банка. Раскручивалась банка здесь, попала в самого себя, не знаю, что хотел алхимик, думал вайпер может на него будет заходить, но вайпер в принципе сейчас до 6 уровня еще потерпит, а потом зайдет, жди его алхимик. Так, а ребята из VR продолжают свою игру, очень веселая игра, мы фармим вдвоем леса. Да, 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 окей. Ну, игра уже получается довольно-таки веселая. Главное, чтобы она не оказалась совсем уж печальной в конце. Так, ну, тут у нас какой-то заход Азраэля. Он такой был какой-то сверхъестественным. Кстати, вайпер-то может сейчас стрячь. Вот как-то еще чуть-чуть, чуточку бы он не залез, то... Не получил бы столько урона. Кстати, здесь у нас что-то был ганг? Нет, не было ганка на Баунти Хантера. Тут вообще заходили без вардов. Кстати говоря, здесь ДД у нас. Боже мой. БХ за Denial Tower. Ну его, конечно, вряд ли отпустят уже отсюда. Нет, он еще и уйдет. Ну, божественный БХ здесь. Баунти Хантер забирает себе в награду этот тавер. Аплодисменты. Каким-то образом тут очень битый Хаус Кнайт.
печалька, столько стараний вышли бы. Ого, он чё, 3500, тем не менее. Ой. Нить закрывает здесь. Хаос Кнайта и просто уничтожает его ракеткой. Окей, Soul Sanction наносит очень мало урона, и Нить сейчас просто уйдет на базу, наверное. Хотя у него... Не, куда он уйдет? Он отопьется и вернется, еще поднапрягает пацанов. Так, кстати говоря, что у нас здесь? У нас здесь Вайпер принес себе щит бомжа. Сразу куча закупов у нас происходит. Энчантрес себе ПТ покупает. Я уже знаю, что это будет за Энчантрес. Энчантрес, который по барабану на Хаос Кнайта, по барабану на Баунти Хантера, по барабану на Алхимика. И вообще по барабану, судя по всему, на все. Кстати, здесь обратно. Ничего, односекундный стан. Боже, как не повезло вот этому товарищу, но Нич все равно умирает. Много-много урона выносит у нас. Мы знаем пейзаж все-таки. Ну и с руки неплохо пробивали. Нича не так уж много жизней, на самом деле. Пока что. Декстер фармит. Где по фарму-то я что-то не обращал внимания, что происходит. Вайпер очень битый, да. Принес себе ботл только что. Алхимик заходит на ганг. Стоит. Светит. Ладно, хорошо. По фарму-то Вайпер у нас на первом месте. 30-17 имеет статус. Ну, Серега, мы знаем. Прекрасный фармер. Алхимик встрял. Алхимик встрял. Ну, успевает заультить. Не факт, что его здесь убьют. Еще промахивает станом тут кентавр. Так, Вивер 29-10. И только потом идет у нас Хаос Кнайт, которому очень сильно портит жизнь Клокверх, несмотря на то, что он умер здесь два раза, но... Не дает спокойной жизни. Мы смотрим, Хаос Кнайт вечно у нас не фуллом ХП, умер даже один раз. Вот, как мы помним, от Клокверка. Здесь у нас заход на Мид-Тауэр. Come to heal, кричит Бака, и команда вверх идет, похиляется. И следующий заход, ну, я думаю, вряд ли будет уже заход на Мид-Тауэр. Сюда тянулась команда противника вся уже. Кстати, здесь что-то Нич промахнулся, судя по всему, наскогами. Ну и теперь Хаос Кнайт просто не подходит к мобам. А Нич фармит. Ошибочка. Мы ждем 6 левела, в принципе, у Виспа в первую очередь. И будем смотреть, умеют ли эти ребята играть этой связочкой. Если умеет, то это будет весело. Нич сейчас еще раз, скорее всего, отъедет у нас. Ну, кстати, с вардами проблема у команды VR. Так, наставить коги. Уходить. Ну, ошибка. Нич сильно бдлит, судя по всему. Так, ну, Висп отъедет. Да, ну Нич тоже. Еще в Азраэля влетает, и он не уйдет здесь. Боже, делает даблкил на ровном месте, еще сюда Вайпер прилетает и убивает. 3 в 1 размен, просто прекрасный ганг мы видим на Нича. Здесь еще очень битый уходит Баунти Хантер. Трек он успел, по-моему, кинуть, да? Баунти Хантер может не уйти. Нужна просветка уже команде VR. Так, ну Алхимик не имеет вообще ничего. Это проблема. Проблема и в том, что Хаос Кнайт не имеет ничего, по сути. У него есть ПТ и все. Даже стика нет. Ну вот, это его стик, наверное. Не, понятно, на топе упал Тауэр, в этот раз Баунти Хантер не смог помешать его задонаить. Ну, не чувствует себя прекрасно выше на него, он еще плюсовой стат имеет, после того, как на харде постоял, пацан вообще прекрасно себя чувствует, 20 мобов убил всего-то там на 10 меньше, на 11 меньше, чем Хаос Кнайт. Класс вообще. Так, ну Декстер здесь. Его вообще не напрягает, я не знаю. У него, в принципе... А, у него нету ПТ. Ага. Вот такая себе раскачка. Не вносит вообще урона с руки сейчас. Таймлэпс, таймлэпс. Не успевает он ничего заюзать, его просто сносят. Это, я же говорю, проблема этого вивера, что у него нету абсолютно никакой выживаемости. Так, ну и тут в ответочку сразу же Азраэля заберут, но тут уже вся команда QQ подтягивается, надо отходить.
Видели их здесь, по борду они прошли. Без маны все. Куда? Надо отходить. В любом случае, неплохо пока отыгрывает этот House Knight, потому что он там умер пару раз, это такое. Так, Чубакка Мазик продолжает свою прекрасную традицию этой игры, они вдвоем формят леса, здесь Баунти Хантер забирает руну Инвиза. Очень полезная для него руна, но в любом случае Вайпер ее не получит, у него фуловая банка, ладно. Так, Декстер у нас обратно уходит на эту линию, убили его разок, ну, сделал вывод и прикупил себе Belt of Strange, Boot of Speed, хорошо. Ну, персик он имеет, то есть для фарма у него все... Сборка неплохая собрана, хорошо, да. По золоту вверх 5000 ведет, по опыту 4.3, это 4.300, вот так, ну надо заняться вардингом. В любом случае, как бы по вардам команда QQ получше смотрится, да и вообще как... Пока еще не, она не начала играть свою игру, сейчас вот виз поднимет 6-й, в течение, я думаю, минуты ближайшей. Если он тут будет стоять, он, конечно, ничего не поднимет. Тут... Вижу свое дело делает, выпушивает тавер. Нормально. Так, ну тут уже заход идет на вивера. Баунти Хантер здесь. Вивер отходит. Ну, сейчас дособирает ПТ и может, в принципе, в лес уйти. Ничего. Персик у него есть. Так, ну что, тут какой-то у нас быдло. Быдло идея. Серега получает очень много урона. Вынужден отойти, но у него уже, в смысле, рецепт на Мекку, а где? Что тут согрелся, хорошо? Зацепил его висп своими шариками. Убью сейчас. Что-то не совсем ясно мне покупка рецепта на Мекку вот с Серегой. Вот только Chainmail. Промахиваться хукшотом у нас нечего, надо, наверное, отойти как-то. А, нет, ХДС есть, так у Сереги уже есть мека, здрасте. Окей, надо только принести ее и сразу станет полегче. Полегче. Так, ну все-таки решает забрать этот тавер. Под змейками. Ну, если бы еще вот... Уже куда-то нить залез. Непонятно. Ну, банку получил, уже не будет залезать. В принципе, Алхимик сделал плюс команде Вер. Их Нич не умер в очередной раз. Может быть, бы умер. Я ничего не имею против его этих смертей, когда он разменится один в троих. Чубакка тут еще фармит змейками. Ну, так вот отдали просто 100 голды уже команде QQ. И отходят они. Так. Аускнайт теряет очень много времени, сейчас покупает себе только барабаны. Так, ну по нетворсу вообще борода тут. Вайпер на первом месте очень сильно опережает всех прям на карте. Так, юзается смог. Ну виз без шестого, надо что с этим делать, наверное. Так, ну и смог на вайпера, но у вайпера есть мека уже. Так, его цепляет сразу же. Ой, как врывается нич, решает собой пожертвовать. Но сейчас на развороте еще-то вайпер может надамажить очень сильно. Азраэль умирает в секунду. Нича, конечно, здесь забирает, но вивер уже здесь. Прекрасно у нас раскасты залетает. Так. Алхимик выжил каким-то чудом просто, я не знаю. Или нет. Встают прям все по очереди. Так, алхимика еще удается цепануть, и Декстер уже здесь. Так. А вот вам, собственно, и ПТ. Ну. Тэп-аут, кстати, если Декстер пошел дальше, мог бы забирать алхимика. Так заберут тавер. Нич, прекрасный врыв, пожертвовал собой. И, ну, команда перебила всю команду противника. Очередные варды от Чубакки. Чубакка вообще обожает ставить эти варды. И я не удивлюсь, если вот эти вот 1000 превратятся в 2000. И будет куплен даггер просто. Чубакка у нас любит играть с даггером. На всех героях, я знаю. Стоп, Чубакка Мазик играет на шамане, что-то я тупанул, сори. Ну, ладно, окей, толкан. Ну, Чубакка у нас идет сразу же в Аганим Септор.
Видели, может, такую Чубаку, такого Чубаку, который с этим аганимом убивает весь слейд противника. Керри герои стоят и думают, что происходит вообще, почему нас убивает коза. Ну, окей, вернемся к нашему Лиспу. Получает уже свой 6-й уровень. Но сейчас будем вот ждать каких-то врывов, кстати. Примечательно, Хаос Кнайт Фантазм прокачал, будет с иллюзиями бегать. Ну, такое себе решение. Декс тут на ману переключился. Так, заход на тавр, разберут его, я думаю. Здесь сложно будет адефать что-нибудь. Так. Азраэль заходит сейчас в бок, будет. Ну и что? Нет, я думаю, Декстеру не стоит сюда суваться, его сейчас заберут просто в секунду. Декстер должен забывать, что таймлэпс-то его сейчас уже не спасет, потому что время уже прошло. Ого! Ракетка оторвала кусок у нас от визажа, неплохой такой. Команда Вер ничего не боится, имеет преимущество по голде, конечно, 10 тысяч, по опыту не так уж и много, на самом деле, то, что они товара позабирали, как мы видим, пока не спешит умирать команда противников. Так, тролль побежал в разведку. Огр, простите, он не тролль, он огр. Так, куда? Нич ворвался в визажа, но визаж очень часто умирает. Импетус просто наносит огромное количество урона. Серегу пытается нарезать. У него мека еще есть. Как? Чубака закрывает алхимика. Его как-то спасает, но нет. Здесь никто никого не спасает. И БХ. В этот раз у него не получается заднать тавер. Отмечаем попыточку, все было круто. Так, Вайпер, 1790 монет. Декстер. Практически собрана Линкин сфера. Если смотреть на команду противника, то фу, на самом деле там вообще ничего нет. Саппорты команды VR имеют в принципе больше. Так, ну тут не Кономикон мазик собирает, вообще жесть. Будут давить. Ага, Серега купил себе Vitality Boost. То есть будет очень жирный у нас Вайпер. Жестоко. Так, ну и Аганим появляется у нас у Чубаки. Кстати, Рошан падает, пока я тут смотрел. Подставляется Чубака. Рошан бьет там скоростью 20%. Очень жестоко это все. Издеваться над Рошаном. Вивер. Забрал ультимейт Орб. Забрал ультимейт Орб. Забрал Аегис. Ультимейт Орб в стэше. Некрономикон. Ладно, что дальше? Вот, по опыту 5000 выросло, по деньгам 13. Ну так, не очень пропорционально все у нас растет, нич подсвечивается. Ну, пока что абсолютно не оправдывает себя Хаос Кнайт и Висп. Куда-то такой двойной тип-аут отсюда. Ну да, есть инфа, что команда противника пришла отсюда. Снизу поднялась на ганг и такой ретивый тип-аут. Так, ну Чубака подхиливает кого? Не знаю, Мазика, наверное. Так. По варду проходит Нич, Чубака. Оба тут по варду прошли. Ну и что здесь? БХ идет в разведку. Так, Нич. БХ вообще ничего не боится, ему по барабану, походу есть инфа, что нет просветки. Ну и Линкин сфера тем временем у нас у Декстера появляется. Неплохо все. Ну мы видим, что команда VR умеет и ганкать, и пушить, но посмотрим, как это вот тут вот себя покажет. Заберут ли они этот тавр? Ну конечно, у нас есть тут
и мазик, у которого есть варды, пока первого уровня. Ну вот, ставятся варды здесь. Надо как-то дефать команде QQ. Декстер подставляется. Раскручивается алхимик. И успевает дать банку. Лол, как много урона Чубака получает. Так, ну тут врывается у нас. Нич просто моментально добивает этого хаоса, который был очень сильно дамажен. Тавр здесь упадет, конечно. БХ бегает, мечется туда-сюда, понимает, что если он выйдет, его не отпустят. Тут еще варды стоят. Варды еще будут половину времени. Так, барак падает. Декстер бьет не тот барак. Так, байбек у нас хаоса. Но решает отойти команда VR. Так. Ловит Серегу. Мека в КД. Но будет его долго бить очень. Раскасты влетают все, что только возможно. Серега получает очень много дамага. Здесь Вивен нарезает как может. Очень мало урона имеет. Но все-таки хаоса добивает. Ничего же. И ГГ пишет у нас сразу же. Товарищ матрос. Окей. Хорош. Прекрасно у нас реализация пуш-стратегии. Мы видим, что 20 минут и все. Заход у нас на ХГ. Так, ну Сереги откатилась мека, он ее даже завязать успел. Так, что такое? БХ хочет на Декстера. Кстати, игра продолжается. Либо это реально какие-то баги. Сегодня целый день. Кстати, Некрофт тут не законтролили. Очень много урона носит. Нет, все-таки сработало. Ну что, поздравляем команду VR с второй победой. Мы уже проходим, судя по всему, куда? В полуфинал, да. Следующая игра у нас будет полуфинальчик. Соперник уже определился. Это будет команда IT, команда Artificial Intelligence. У них указано, что они из Швеции. Но я не уверен, что они из Швеции. Ну ладно, сейчас посмотрим.